Всем доброго времени суток, на связи Алекс, и сегодня я продолжаю свой ядерный дневник, так сказать. Кажется, так я его называю. Ну что ж, что могу сказать? Вы, наверное, думаете, где же сейчас Андрей? А я вам скажу, где он. Он сейчас ниоткуда не выскочит, его просто здесь нет сейчас на карте. И вообще дома нет его, то есть он сейчас по делам куда-то уехал, то есть сегодня я записываю без него. Но на броне у меня больше нет, вообще нет. То есть в прошлой серии, когда пытались мы ее снять, мы подыхали. Раз 20. В один из разов, когда я сдох, я просто броню свою не нашел. Все, шмотки были, а брони не было. То есть она то ли сгорела, то ли еще что. В общем, но на броне больше нет. Но я понял свою ошибку. Вы хотели посмотреть, как я ее крафчу. Теперь такого больше не повторится. То есть все будет только при записи. Никаких лишних вырезаний. Вы согласны со мной? Если да, то можете написать об этом комментарий. Что вы думаете по этому поводу? И вопрос еще один к вам. Писать ли мне команду на сохранение инвентаря? Чисто воп... О, твою-то маму. Так, пишите в комментариях, писать или не писать, а пока что я с ними разделаюсь. И вопрос еще в том, что у меня очень мало ресурсов с собой. Я хоть... Ах, да, золотое яблоко, откуда? Посмотрите в угол экрана, верхний или в нижний, и увидите там ускоренную запись, как я добывал это яблоко. Черт, нет, патроны тратить не буду, потому что... Вася. Так, еще давай. Вася, там босс. Так, лучше его на расстоянии держать. Не подходи. Так, вот тебя можно убить. А ты не подходи. Откуда они? О, алмазный шлем новенький. Вот твою маму! Я отравлен! Я отравлен! Ну вот яблоко пригодилось. Стой, стой, стой там! Стой там! Ё-моё, вы видали, да? Офигеть! Ну, в общем, я немного мысли потерял. И сегодня будет у нас такая вот экспериментальная серия, потому что сегодня подавать я буду в несколько другом формате. Думаю, вы заметите его или нет, в общем, если как... Твою мать! Господи, у меня сейчас просто 7 утра, ну, не 7, уже 8 почти. Я как проснулся, решил записать поскорее, потому что выходные, я не могу вас на выходные без видосика оставить. Все чисто. И да, я поставил мод на сундук, то есть, если я сдохну, все шмотки будут в сундуке. Но промашка в том, что когда я бегал домой, я не захватил с собой древесины, поэтому сейчас иду за ней. О, отлично. Шлемачок. Стоп, он железный, мне не пойдет. Отлично, все. И больше не будет, как я уже говорил, лишних вырезов. Только честная съемка, только хардкор. Я вам серьезно говорю, надеюсь, вам это понравится. Все. Факт в том, что у меня очень мало патронов осталось, сами посмотрите сюда. То есть у меня осталось 3 рожка для Калашникова и один неполный магазин для пулемета. А, еще 2 магазина для дракона. И все, то есть. А мне еще нужно эти подземелья исследовать. Да, кстати, планы какие на сегодняшнюю серию? Мне нужно будет сегодня доисследовать эти подземелья и также пойти в шахты и добыть ресурсов для починки звездного портала. Мне все говорили, давай, Алекс, сделай-ка портал. Ну, в смысле, почини его, и там будет, типа, что-то крутое. Я, честно говоря, заинтригован и такой думаю, ладно, пойду. Так, отлично. Пока никого. И, насколько я помню, деревья были где-то в другом месте. Вася, ты... Блин. Твою мать! Все, ладно, бежим, 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 бежим. Так, 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 давай, отстаньте, пожалуйста. Ё-моё. Ё-моё. Вы сами понимаете, что я умирать сейчас не могу, потому что... Как бы... Каждая лишняя смерть — это риск того, что я потеряю вещи, поэтому уйдите, пожалуйста. Так, 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 опасно. Осторожно. Блин, вот еще опасно то, что Андрея сейчас нет со мной, и мне никто спину не прикроет. Это очень грустно и печально, вдвойне опасно. Поэтому, ребятки, давайте. Вашу мать, еще один. Так, эти гады, они отравляют, поэтому осторожно. Так, где были деревья? Деревья были где-то в другом месте. Вы посмотрите на мини-карту. Сколько их здесь, офигеть. Так, вот наш портал. Стало бы деревья, деревья у нас... Нет, уйди, пила. Деревья, кажется... Вот деревья, отлично. Так, все, оторвался, отлично, все. И мы ломаем деревья, да, только сейчас с ними разберусь. Все, молодцы. Слушайте, классная вещь этот дракон. Классная вещь, реально говорю. Как он называется? Да. HFG9, дракон, прикольная вещь. И знаете что? Давненько так-то я уже с подписчиками не общался, так просто... Стоп. А вот рюкзак, думал, я уже его совсем потерял, никого сзади нету. На самом деле, давно так уже, вот я просто не записывал и с подписчиками не общался. Видимо, времени не находил, что-то такое. Но теперь все в порядке, я как бы разговариваю, то есть вы слышите мой голос в реальном времени. Ну, как в реаль... Да хорош! Как в реальном времени-то? То есть, я сейчас записываю, у меня 8 утра... Скорее всего, вы эту серию начнете смотреть часиков в 12 или в час дня. Да хорош, да что ж такое-то, ё-моё.
Понимаешь, что я сейчас сдохну? Блин, не надо, пожалуйста, не трогай. Свинья, да черт, возьми! Оставь, господи! Меня подбрасывают дико, оставьте, пожалуйста. Я же сдохну сейчас. Ну, господи. Не надо. Мне нужны сундуки срочно. К свиньи! Черт возьми, да ё-моё. Ребят, вы понимаете, что это просто хардкор? Быстрее, давайте. Так, кажется, я оторвался. Все, быстренько рубим дерево. Мне Андрюха выкинул абиссальную кирку. И, в общем-то, только она можно модблоки в этом измерении. Думаю, вы это помните еще из прошлого выпуска. Так, все, у меня уже 4 блока. Ёпта! Свинья! Вашу маму. Извините, ребят, что я так эмоционально реагирую. Просто сейчас я играю без Андрея. Мне немного страшновато здесь. Просто раньше Андрей контролировал ситуацию, когда я там занимался, ну, делом. Сейчас мне страшновато чуть-чуть. Просто подыхать не хочется так-то. Все, у меня сейчас уже, наверное, хватит древесины на сундуки и на верстак. Хотя верстак был в том измерении, ну и... Ой, в том... Так, никого сзади, все отлично. Да, древесины, думаю, хватит. Хватит 28 древесины. И думаю, сразу... Так, все, никого. Никого. Думаю, я сейчас сразу скрафчу себе этот самый верстак. Все. Это верстак, не кнопку, верстак. И на нем сделаю себе 2 сундука, потому что только 2 сундука сохраняют инвентарь. Так, раз и 2. Все, зашибись, друзья. Зашибись, 2 сундука. Верстак оставляем. Не, свинья, осторожно. Не трогай, пожалуйста. Все, и мы идем, это... Мы идем вперед. Даем! Вы видали, да? Она из-под земли вылезла. Господи. Господи. Слушайте, ребята, это реально хардкорный мир. Вот вы когда скачаете сборку, вы здесь сюда зайдите и просто вы попробуйте повыживать. Я думаю, хардкора здесь хватает. И 2 слова по сборке. А то все спрашивают, почему я скачиваю сборку, там нет бункеров, которые ты находишь и так далее. Ответ, опять же, прост. Та сборка, которую я выложил, имеет пометку бета. Ой, то есть бета. Бета-версия. То есть она не полная. Там отсутствуют некоторые моды, а также карта недоработана где-то на 30 или 40%. Так что финальная версия карты уже с моими приключениями будет в конце сезона. Так что, пожалуйста, пожалуйста, не надо. Да господи, босс! Ребят, пожалуйста, встать. Все, я побежал. Все, 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 все. Так, я босса завалил. Все чисто. Черт возьми. Идем, идем, идем. Все, вперед. Так, я, значит, иду вперед. Бегут, вернее. Они от меня отстали. Так, ну вы вообще охренели. Отлично. Вот вам тоже. Так, ну что, кто еще, а? Кто на горяченькое? Все чисто. Так, опыт, отлично. Опыт уже 15-й, уже 15-й уровень. Отлично, друзья. Это значит то, что я прямо сейчас... Ну, не прямо сейчас, а когда я приду. Черт, отстаньте от меня. Когда я приду домой, я смогу зачариться на что-нибудь. Допустим, я апгрейжу свой... Как-то мне там сказали, цепной меч. И да, друзья. Каждый ваш комментарий будет услышан. Потому что я читаю комментарии. И если комментарий интересный, я могу оставить... ответ. Поэтому, если есть что вам написать, то... Боссы! Если есть что вам написать, то пишите, пожалуйста. Господи, да что ж такое-то? Блин, так опасно что-то. Все, вперед, вперед, вперед! Отлично. Так, это что у него выпало? Хавчик и бронька. Бронька, думаю, пригодится на будущее. Так, все, вперед. Забегаю я внутрь, потому что... Снаружи оставаться опасно. И, сами понимаете, жить-то хочется еще. Ух, прям ностальгия такая идет сейчас. То есть я давненько так уже не сидел, просто перед микрофоном и записывал летсплей. Кажется, уже полгода где-то. То есть один на один с микрофоном, с мобами, с боссами, с хардкорным миром Майнкрафта. А, то и все получается. Давайте еще сундук, я сгружу сюда все ненужное. Жалко солдатика, конечно, того, который там остался, потому что я думал, что он с нами пойдет, но нет, он нас решил оставить, гад. Ладно, все. Все мне это не пригодится, думаю. Так, блоки оставлю, двери не нужны. Так, это не нужно, не нужно, не нужно, не нужно. Кирки и мечи пусть пока лежат в рюкзаке. Так, 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 кирку эту я оставляю. Ну и, в общем-то, все. Итак, друзья, я готов идти исследовать подземелье. И, блин, погнали, черт возьми. Так, осторожнее, я проверю солдата сперва, потом спущу вниз. Солдат, может быть, пойдет с нами сейчас, фиг его знает, но посмотрим. Так, братан, братан. Не, ну я понял, что ты здороваешься, а... Ты, а где диалог? Диалог там не открой, братушонок. Ладно, держи свинины. Нет. Ну и сиди там. Стой! Да ладно, ну ты чё? Прости, ну пожалуйста. Все, я не буду бить его, все-таки он добрый. Итак, ладно.
Спускаемся на нижний уровень лабиринта. Так, яблочки сразу под руку, потому что, сами понимаете, тут сдохнуть очень просто, а яблоки, мне думаю, пригодятся. И сразу пулемет. Нет, лучше пока что буду с дракона бегать. Пулемет на изготовку. Ёп, ПРСТ. Они пугают все больше и больше. Они просто вылезают из-за стен. Вы понимаете, что это очень опасно? Так, спускаемся. Так. Так, там еще что-то. Блин, я что-то думаю, если туда я сейчас прыгну, то я уже обратно не вернусь. Лучше сделать тогда спуск и, в общем-то, все. Так, спускаемся, так. Вот он, гад, короче. Я уже знаю, я... Твою маму! Пожалуйста, не надо! Да, твою же... Пожалуйста, отстаньте от меня! Твою мать, бежим, бежим, бежим! Так, вперед. В общем, я должен сейчас его буду завалить, потому что эти гады, он спавнит их. Так, я валю по нему. Валим, 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 валим. Еще давай, сейчас я... Стоп, сейчас я его дракона буду валить. Так, еще. Сейчас эти гады... Стоп, меня уже валят. Так, еще давайте. Да вы что, охренели тут совсем, что ли? Давайте, сейчас я вас. Ну-ка. И ты еще, гад. Ну-ка, давай, давай. Давай, давай, еще, 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 давай. Братушонок, давай. 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 Да пусти ты меня. Пусти сюда, давай, что ты делаешь? Да ладно. Да ладно, я его завалил? Да ладно. Я его вальнул. Нифига себе. Стоп, хорош спавниться, пожалуйста. Хорош спавниться. У меня и так уже тут отравление скоро будет. Блин. Нет. Нет, не надо, пожалуйста. Оставьте меня. Оставьте меня в покое. Фух. Фух. Маму вашу, я сюда... Вы представляете, я сюда спускался, и тут ничего не было. Просто ничего. Так, что у нее выпало? Опыта куча и еще слитки. Фух, отлично. Да, это... Так. А босс-то легкий, оказывается. Даже... Но яблоки пригодились все равно, ребят, потому что без яблок я бы не справился. Так, что у нас здесь? Вот, не знаю, ребят, босс был легкий, очень легкий. Тут видали, снаружи сначала был спаунер... Ну, это блок какой-то. Потом босс. Короче, ребят, сами понимаете. Короче, я охренел, ну ладно. Фух. Они что, до сих пор спаунятся? Так, успокойся. Успокойся, я тебе говорю, успокойся. Босс. Так, меч. Так, кто еще у нас здесь есть? Давай, давай, вот так, 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 все есть. Все чисто. Больше никто не побеспокоит мой покой. А то, ребят, сами понимаете, мне сейчас не очень хочется помирать. Все, спускаемся вниз. И я, наверное, сломаю эту штуку. Так, и у нас здесь вход. Да, ребят, я, честно говоря, знал, что есть сундук, потому что я уже тестировал, не буду скрывать. Но что в сундуке, я не знаю. Итак, вы готовы узнать, что в сундуке? Я заинтригован так же, как и вы. Или вы не заинтригованы? Не знаю, посмотрим. Ну что ж, открываем, и у нас где... А где мои алмазы? Ладно, и легендарный... Legendary Treasure Four of the Dreadlands. Земля, блок земли, не знаю, что это. Меч. Два. И Чагородс. Gateway Key. Это ключ, похож на тот, который... должен спаунить портал, если не ошибаюсь. Я просто много об этом моде читал. Сейчас рискнем. Нет, не работает. Черт, вы знаете, что с ним нужно делать. Сейчас глянем. Так, R. Его переплавляют. Стоп. Дредпла... Подождите. А если вот так? А ничего. Кстати, что он не спаунит тогда? Если он уже, получается, переплавлен. И какого черта? Фух. Честно говоря, я... Ну... удивлен, что так получилось. Ладно, в любом случае. Здесь все закончено. Мы очистили это подземелье. Солдат может уходить с чистой совестью. То есть, он уже не умрет. Он говорит, что он боится умереть, как бы, если вы смотрели прошлую серию. Теперь он может спокойно уходить, здесь все чисто, и никто нам уже здесь не помешает, надеюсь. Ну что ты говоришь? Давай, так, еще. Так, осторожно. Нас ждет великое путешествие по поверхности. Все, солдат идет. Идешь, нет? Так, хорош, хорош. Ты идешь? Так, давай, ты че, сколько вас здесь? А ну-ка. Все, молодцы, ты идешь? Ну и черт с тобой, жалко тебя, конечно, ладно. Ну что, мы сделали первую часть, мы убили босса, мы освободили солдата полностью, то есть теперь он спокойно может уйти, когда захочет, по идее. Ну а теперь я думаю, что пора отправляться наверх. Нас ждет путешествие к дому, долгое путешествие. Посмотрим, что из этого выйдет, не надо так падать. Да что я делаю? Давай сюда. Так, наверх. Снова наверх. Как так?
Так, у меня еще какой-то эффект здесь остался. Огнестойкость, кажется. Так, все, мы сейчас должны будем по-тихому как-то пробраться. Все, так, никто нас не атакует. Используем меч сейчас. Я... Нет, я отравлен. Ну, пожалуйста, ну не надо. Ну, пожалуйста. Ну, я же умру сейчас. Лечись, тушись, 4 секунды, 3. Давай быстрее, бежим, бежим. Беги, давай, беги. Ну, есть. Так, ладно, все, бежим. Пока нас без палева. Так, пора использовать тяжелую артиллерию. Так, отлично, еще давайте. Вашу мать. Так, еще. Йоп, РСТ, 2 сердечка. Господи, не хочу умирать. Не надо, пожалуйста. Бежим вперед, вперед. Я бегу, я пытаюсь спастись, потому что, как я уже говорил, умирать, ну, нежелательно, понимаете? Господи. Стоило мне завалить босса, как здесь, ёпрысты. Ну, ты-то хоть, и патронов для АК нет. Давай, перезаряжайся. Рожки кончились, ну, зашибись. Для АК патронов нет, ребят, бежим скорее. Хоть для пулемета полный рожок, о, полный магазин. Так, все. Еще в чем прикол, когда я стреляю с пулемета, у меня, как бы, отдача охрененно идет. Твою мать, он стрелял по мне! Я бегу, я убегаю, ребят, пожалуйста, хватит. Так, еще ты. Кто еще? Так, 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 так. Давай еще, еще. Давай, мой верный пулемет, вперед беги. Вернее, я бегу. Дракон, давай, вали их. Давай, опа. Так, еще. Ты еще, гад. Ну что, кто еще? Вы тут бомбите, а, боссы? Давай, ну. Да ты че? Господи, вперед, вперед. Калаш уже пустой, быстрее. Так, еще давай. И... Эта штука пустая. Господи, патронов нет. Так, последний пулемет. Ну ты куда идешь ты, а? Давай, отлично. Что у нас выпало? Алмазка, надеюсь. Кольчуга. Я еще отрав. Где-то здесь у нас бегают уроды. Я уже близок к порталу, правда, я не вижу его где-то. Он здесь, где-то портал здесь, я уже заикаюсь. Здесь так чуть хардкорно. Так, что, может быть, как-то... Что у нас там, кстати, земля или что? Да, так, ладно, все, не будем рисковать. Портал, вот, вот он. Вот портал, отлично, все, бежим вперед. Умирать нельзя. Вперед. Пулемет пустой. Ну-ка, давай. Патронов нет. Патронов нет, вы понимаете? Патронов нет. Вашу маму, что же делать? Патронов нет. Ничего нету. Так, может, рюкзаки что-нибудь осталось? Хоть что-нибудь я оставил на сегодня? Ничего, отлично. Патроны все улетели. Ушли. Ладно, вперед. Гады, драконы сверху. Драконы, черт, что же делать? У меня есть меч. У меня есть... Да, меч у меня есть, это хорошо, потому что теперь он даже лучше, чем эта самая штука, потому что у него урон 30. Кирка есть, у меня два меча есть, было бы две руки, ну есть мод такой на две руки. Фу, главное, что я прорвался через... Простите, ребят, но сегодня я не готов вас атаковать, потому что, извините. Так, мне нужно найти выход. Выход был, кажется, черт, я не помню, где был выход, вперед. Если я не ошибаюсь, выход должен быть... Так, мне нужно опасаться всех этих уродов, осторожно. Так, спаунер, ёпрысты. Здесь ничего, сундук, сундук. Сундуке есть вещи. Так, два яблока, это уже хорошо. Если я отравлюсь случайно, то я смогу прожить некоторое время. Это очень хорошо. Правда, плохо то, что я потерял все свои... Нет, нет, что мне, путь отрезали. Я отрезан от пути. Так, тогда куда мне сейчас? Сюда нельзя. Тут портал. А, мне может быть сюда? Так, нет. Пока чисто. Вот, спуск, кажется, я это помню. Нам сейчас сюда. Опять ники как... Что это? Что просто? Так, куда Андрей сбегал? Так, идем вперед, вперед, вперед. Там уже драконы. Стоп, я здесь могу заблудиться. Просто увлек. Так, ничего, ничего. Тут же что-то стремаюсь прям, ребят. Вы не представляете, как мне сейчас стрёмно. Так, 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 кажется, вот. Нет, не то. Куда же мне идти? А, вот, кажется, я понимаю. Вот там лестница. Сейчас мне сюда. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Не трогайте меня, сдохну же сейчас. Хоть сундук появился. Ух, как же я обосрался сейчас. Ой, простите за плохое слово, но серьезно, это был, конечно, жесть. Господи, я так испугался. Вот что значит играть одному, ребят, серьезно говорю. Так, свининка. Ладно, надеюсь, у меня в сундуке осталось немножечко брони. Хоть немного. Так, берем магазины. Не здесь. Хотя все равно у меня пусто. У меня нет ни пороха, ничего. Я все потерял. А вы говорите, что я читерю. Да как где-то читерство-то, а? Хотел бы я на читере, давно бы начитерил. Так, АК-47, меч. Что-нибудь есть? Отлично, бронь. Так, что еще? Блин. Чего тут есть у нас? Ничего, что ли? Где рожки все мои? Ничего? Тут ничего? А тут у нас... Ну-ка, ладно. Фух.
Я так испугался. Зато у меня... Вещи, да ты еще здесь. Как ты здесь оказался? Все, пожалуйста. Так, у нас здесь ничего. Здесь так, алмазка. Отлично, моя старенькая. Уже все, уже есть. Че еще? Рюкзаки и шмот. Ну-ка, есть шмот в рюкзаке? Да ладно. А, ну да, это же мы бегали по порталу. Так, угольный блок. Ну, здесь, в принципе, мне ничего не нужно, кроме хавчики и так взял. Стоп, метеоритка. Может мне сделать себе меч? А, железо есть, хорошо. Порох есть, хоть немного пороха есть. Вот, рожок, отлично, есть. Неполный рожок для автомата, отлично. Так, что еще? Вот, Блин, вот я как проснусь, я нормально говорить не могу. У меня язык путается во рту. Ладно, фух. Никак дойти еще не могу. Так, все. А, я думаю, что стоит мне использовать телепортацию, потому что иначе мне никак не пробиться, сами понимаете. Тут очень хардкорно. Сейчас телепортируюсь туда и сразу на точку смерти. Надеюсь, там уже никого. Сразу перезарядка. Сейчас всех раскидаю. Так, у меня 10 патронов в калашникове. Это все, что у меня есть. И еще меч. Все, да? Итак. Ну что, ребят. Я готов. Вперед. Сейчас сразу эмочка. М. Быстро, маркеры. Ну, давайте. Ну, где вы там? Ну. Ну, ты. Иди сюда. Так, что, кто еще? Все, слились, да? Отлично. Так, блокируемся, блокируемся. Вход, вход, вход. Все. Господи. Сундук работает, это радует. Отлично, моя бронь, зашибись. Бронь моя. Снимай шлем. Фух, я так охренел. Ладно, мы берем меч. Кирку, яблоко золотое. Свинину. Хавчик, это все мы тоже... Стоп. А какого черта мне дали два раза ключ? Ну, мод, он в бете, так что тоже бета-тестирование проходит. Это, наверное, еще для третьего измерения ключ, но пока что он неактивный, раз такие лаги. Ладно. Все. Так, меч. Ой, нагрудник у нас посильнее есть. В общем-таки, все. Я думаю, что мне стоит сейчас уже уходить. Да. Будем прорываться наверх. В принципе, можно было бы попытаться телепортировать туда, но я думаю, что я постараюсь, конечно же, по-честному сделать. Потому что я за честность. А то мне и так уже тут писали в комментариях, типа, о, Алекс, ты нечестно играешь. Не, ребят, все, я стараюсь по-честному, честно вам говорю. Честно, по-честному. По чесноку. Вот, все, выход. Но если прям совсем уже не получится, тогда я, конечно же, использую телепортацию. Сейчас посмотрим. Судя по всему, драконов тут просто огромнейшее количество. Вот, хотя бы вот так. Вы только гляньте на мини-карт и на это шуршание крыльев. Это просто жесть. Так, по-моему, мне сейчас не выбраться никак. И я думаю, что я прав. Так, все, ребятки, это... Да, Вася. Ладно, я так понимаю, что мне не выбраться. Ну, думаю, что я использую телепортацию. Думаю, все меня здесь поймут и простят. Все, и быстро, быстро портал, пока никто не пришел. Ничего, так, чисто, чисто. Чисто, дракона никто не летит. Вася, быстрее сюда. Все, отлично. Есть. Ух, вот это было, конечно, жесть. Ладно. Так, я отработал все свои имущества. У меня нет ничего, оружия нету. И что я сделаю? Я буду готовиться к постройке нано-брони, но только по-честному, ребят. Потому что вы и так писали, что типа, о, Талик... Ну, ладно, не буду повторяться уже. Тогда я вырезал, как я ее крафтил. Сейчас я вырезать не буду ничего. Нам нужно сделать, передробить весь уголь. Так, так. Здесь у нас уже дробилось, отлично. Тогда еще ставили. Так, все, остальное я убираю. Ну и прямо сейчас я, наверное, узнаю, что мне нужно для починки звездного портала. Портала... А, звездные врата, точно. У нас здесь такая штука. Я знаю, что это, но пока вам не могу сказать, честно говоря, что это такое. И, наверное, нам требуется сломать эту штуку и посмотреть, как она крафтится. Так, три на гуадах. Аллоу. Вы это слышите? Шипение. Опа, редстоун. Вот уж не ожидал, так не ожидал. Ну ладно, не суть. Так, ну я так понял, шипение только здесь появляется. Я тут немного жичка побегал. И да, для крафта нам понадобится. Нам понадобится для крафта гладкий песчаник, резной песчаник и на гуадах. Ну да. У меня вроде был немножко... Да, вот, это вы помните, что если... Вот бывает такое со мной, говорю и теряю мысль. Особенно, когда Андрея нету. Ладно, вот вы помните, что из этой штуки выпадает на гуадах. Это вторая серия вроде бы. Стак нам угля выпал, если вы помните. Но, к сожалению, мы его сделать не сможем сейчас. Нам нужно еще руда. Насколько я знаю.
А что нужно для крафта вот такого блока? Или, впрочем, ладно, пойду-ка я в шахту, там разберусь, потому что время терять не стоит. Я делаю серию по 35, по 30, по 28 минут, где-то так. И думаю, что задерживать не стоит. Заодно я еще должен сделать себе немного пороха, потому что мне стоит добыть пороха для... Забейте, ребят. Все, идем за ресурсами, выход наверху. Идем в любую шахту, потому что шахта мне очень нужна, ребят, сами понимаете. Много ресурсов встречается только за чертой города, поэтому мне нужно будет выйти за черту города. Так, шумит где-то здесь. Вопрос, шумит что? Дождь, последний ярус, свет, уже орут монстры, мне уже страшно. Потому что у меня нет никакого оружия, вообще нет, но хоть день, и то радует. Так, во! Алмазный шлем, железный блок, кварц, что это? Кварц зачем-то мне? Ладно, одеваем алмазку, все-таки это лучше, чем ничего. Ой, все, уже радиация долбить начинает. Все, и бежим. Я, насколько знаю, здесь спавнят сундуки. Вот сундук! Нет, это жопа от Джаста. Так, все. Нам нужно выбраться за черту города. И там... Так, босс, да что ты бегаешь-то за мной? Господи, отстаньте от меня, пожалуйста. Вот здесь фауна просто взбесилась. Или флора. Флора и фауна, это же вроде как растения и животные. Да блин. Стоп, пожалуйста, отстаньте от меня. Так, пора в дом, пора... Опять. Так, стоп. Что ж такое-то? Да, да ёпрсты! Хорош! Господи, сколько их здесь? И ты еще, гад! Ну ничего, я с вами позже разберусь. Все, красавцы. Так, у нас здесь есть метеоритовая руда. Андрей говорит, что из нее крафтится броня, сколько я помню. Если вы смотрели, конечно, прошлую серию. Посмотрите, если кто не смотрел. Там было немного интересно. Все, и так. Надо бы исследовать это здание, потому что здесь могут быть сундуки. Вполне. Не знаю, как есть или нет, но они должны быть здесь. Или нет? Так, ничего. Ничего. Сундук. Спасибо. Хоть что-то. Как голодные игры, ребят. Прям как голодные игры. Так, вот тут у нас наверх. Опа, нет, не получилось. Что, чисто, что ли? Ничего нет вообще? Пусто, как у... Как у кого? Как... Ладно. Так, вот тот домик я проверял уже или нет? Я вот не помню. Надо бы проверить, мало ли что. Скорее всего, я здесь уже проверял все. Ёпрсты! Как же так-то? Хорош! Черт, это просто сталкер какой-то, да ты еще гад! Ну ты гад! Так, у нас есть куча железа. У нас здесь все есть, но нет сундуков. Мне нужно как сундук. Вот. Хотите верить, хотите нет, но сундук я нашел случайно. Ладно, что у нас здесь есть? Мини-УЗИ. Два автомата. Ой, две обоймы к нему. Алмазный меч, но мне, в принципе, все это не нужно. У меня есть покруче ресурсы. Это я оставлю для будущих путников, кто останется здесь. Кто будет играть после меня. Все, ладно. Штанцы мне не нужны. Поножи железные. Так, хоть немножечко, у меня есть уже огнестрела. Это радует. Очень даже радует. Ну все, мы выдвигаемся вперед. Вот кто ты такой, а? Вот, видать, его радиация сильно обезобразила. Ладно, братуха, давай, я тебе отправлю. Последний бой! УЗИ. У мини-УЗИ 32 патрона. Но мы шли за черту города куда-нибудь в другое место. Отлично, теперь мы с огнестрелом, и нам уже не следует ничего опасаться. Все, вот у нас шахта. Спускаемся вниз, или это не то? Да, это то, отлично. Все, вперед. Пофиг на зомби. Вперед! Так, спускаемся. Стоп, неужели? Ладно, шахта, конечно, меня подвела чуть-чуть. Зомби, отвали чутка. Все, молодец. Вот меч офигенный. Думаю, это стоило того, убийства босса, и крафт яблок, и все остальное. Так, немного шахты, пожалуйста. Хоть чуть-чуть шахту мне найдите, пожалуйста. Так, там жасты дерутся. Вот, куча пещеры, зашибок. Все, спускаемся, время не теряем. Иди отсюда! Отлично. Здесь у нас ничего. Так, все, спускаемся. Спускаемся вот сюда в пещеру. Отлично. Так, мы нашли то, что искали. Пещера хорошая вроде бы. Да, это хорошая пещера. И нам все глубже. Чем глубже, тем лучше. Я спускаюсь все ниже и ниже. Так. Мне уголь не нужен. У нас здесь пока ничего. Где-то орут ублюдки. Потише, потише, парни. Вперед. Так, так, уголь. Вот, отлично, куча ресурсов. Медь мне понадобится для крафта вещей из индастриала. Это очень хорошо, что мод на супер руду работает. А то бы так я лет сто это все собирал. Отлично, руды много. Но наша цель не руда, наша цель алмазы и... тупик, спасибо. По мини-карте судьи здесь у нас, так сказать, небольшое ответвление. И нам нужно его как-то проломать. Нам примерно вот вниз. Ну что, наверх? Да!
Я сделаю это, отлично. Все, поднимаемся. Отлично, 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 отлично. Отлично, что. Не, ну нормально так. Я здесь был и. Вот! А это уран. Так, уран пригодится для урановых стержней, хорошо. Уран это тема. Уран, уранов руда. И да, я мог отсюда спуститься вполне, а я что-то тупанул и. Ну уж бывает у меня такое. Все, спускаемся ниже. Чем глубже, тем лучше. Так, редстоун. У меня вроде бы есть дома редстоун. Соберу для приличия стак, наверное, и уйду. Потому что... А, твою маму! Вы это видели, да? Вашу мать. Фу, это скример-шоу какое-то. Не Майнкрафт. Это грёбаное скример-шоу. Фух. Так, 64 стак, отлично. Спускаемся ниже. Как он здесь оказался, блин? Ну почему Андрея здесь не было? Так страшно. Блин, а вы говорите, что у меня не хардкорная сборка. Чёрта с два, она не хардкорная. Так, лазурит, мне лазурит тоже не нужен, в принципе. И факелы кончаются. Так, это у нас что? Это у нас... как его там? Это олово. Олово тоже пригодится мне для крафта вещей из индастриала. Вполне себе. В следующей серии, думаю, я буду апгрейживать свой бункер, потому что... Потому что так надо. Ладно, все. Спускаемся ниже. Осторожно. Не могу рисковать. Так. Так, и только не говори, что здесь тупик. Да, спасибо вам, ребят. Тупик, как я люблю. Обожаю просто. Что ж, ладно. Я так понимаю, в этой серии мне не найти то, что я искал. Уже к тому же рассвет. Времени потрачено порядочно. Главное, это то, что я добыл сегодня, то, что я искал. А что я искал? А я искал, и в какую сторону идти. Я даже не знаю, хорош. Дать мне сказать, ребят, пожалуйста. Все. Нет, я УЗИ тратить не буду. Да хорош. Так, да, на, вот, получай. И тебе, всем меча хватит, всем меча хватит, всем хватит меча. Стоп, я отрегенился. Как? Так, так. Ну давайте, еще, ты еще, гад. Все, да? А, раскидал, ублюдки. И тебе достанется. Все давайте на мой острый меч. Еще давайте, ну. Зомбари гребаные. Босс, меч! Мне выкинули меч. Отдайте мой меч. Меч, 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 меч. Так, что ж такое-то, а? Ладно, сейчас мне пора уносить ноги, потому что сегодня я не сделаю один ничего. Мне нужен Андрей, потому что без Андрея я не соберу ресурсов никак. Потому что я еще и заблудился, без мини-карты не доберусь до дома. Так, 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 хорош! Где вы? Где дом мой? Ладно, пойдем по мини-карте туда. Стоп, сейчас глянем, какая у нас метка цвета. Так, краснознаменск, это метка коричневая. Стало быть, на в ту сторону, идем вперед. Фух, ладно, я более-менее оторвался, вперед. Нет, я не оторвался, вперед бежим. Так, да вы охренели, что ли? Черт, а с два я вам дамся живым. Ну что, еще, да? Мало вам, ублюдки, мало вам, чувствую. Не на того напали, ну что, ну? Еще, вот вам, вот вам, вот вам. Еще, еще на. Так, и ты хочешь, веришь, что хочешь. Знаю, да какого черта? Заканчивайся, падла, уже. Все, уходим, отлично, вперед. Так, я их раскидал кое-как. Более или менее. Ну, ты тоже хочешь получить? Молодец. Все чисто. Ты тоже хочешь, я знаю. Так, упал вот. Вот, красный метеорит упал. Отлично, это очень хорошо. Красный метеорит, это красный... Черт, они портятся быстрее. Вперед. Вот он только упал. Отлично, красный метеорит, это же супер. Красный метеорит, это коррекноритовый камень. Это супер броня, это супер оружие. И защита от метеоритов, это щит. Давай, 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 давай. Так, ничего. Ничего. Ничего себе. Вы что, охренели, что ли? Он же остывает. Дайте мне его собрать. Хорош. Господи, какой же хардкор-то. Дайте мне собрать. Вот немножечко. Господи, да что вы как нелюди-то. Ублюдки, ублюдки. Я не знаю, я вас просто не уважаю. Господи. Я охреневаю с них. Просто охреневаю. Я сейчас же сейчас сдохну. Черт, а с два я вам дамся живым. Ну-ка. 40 раз я тоже повторил. Еще раз повторю. Ну, ты хочешь, ищи, ты хочешь. Все чисто. Я сейчас сдохну, я сдохну. И не упали вещи. Вау. СМС-ка. Так, ладно, я думаю, что я сейчас сделаю. Я телепортирую на точку смерти. Все это делают? Все это так делают! Не надо, пожалуйста, и пора сваливать, потому что я убегаю. Ладно, я соберу все, что успел. Все, что у меня есть, я сваливаю. Бежим, бежим. Вася, Вася. Хардкор, мама. Бежим, бежим. Я бегу, я убегаю. Ладно. Ай-яй-яй-яй. Быстрее, М-маркеры. Где же мой дом? Так, домой. Фух. Фух. Ладно.
Я спас большинство вещей. Я не успел ничего добыть. Ну и как ничего? Я добыл уран руды 3 штуки. Олово добыл. Медную руду, железо. Фух, вот это была жесть. Был бы я с Андреем, я бы, конечно, читы не использовал, но так уж вышло, что я мог умереть. А смерть в моем положении — это очень плохо. К тому же у меня не было с собой сундуков, чтобы шмот сохранить. Ладно, ребят. Фух, я так устал. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Но если вам понравилась эта серия, новая подача была немножечко или нет, не знаю, как уж получилось, так уж получилось. Напишите в комментариях, что думать по этому поводу. Каждый ваш комментарий будет прочитан, я на некоторые даже отвечу, если будут они по существу. Можете меня критиковать, сколько влезет. Все равно я критику переношу спокойно. Или нет? Ладно. Можно снять здесь шлем, здесь нет радиации. Отлично. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, оценивайте, комментируйте. С вами был Алекс. Да, и всем удачи. И всем пока. До новой серии.